вот в разных местах как бы этим, с этим знакомилась, и мне захотелось, чтобы была книга такая необычная по форме. И тогда я придумала, что это будет. Это не мое изобретение, такие формы существуют. Не оригамная, а киригамная книжка. То есть помимо складывания, тут еще есть процесс надрезания книги. И вот тогда я подсчитала, что нужно от каждого автора 14 произведений. Вот берется книжка, название, как положено.